Is everything all right? Yeah, you can come up. Jake, I know this might sound stupid under the circumstances, but I am glad we came back here. Yeah. The place is beautiful. Still, we can't forget what we came here for in the first place. All right. Let's focus on the goal. Come on! Всем здорова, бандиты и бандитки, с вами, как всегда, спикер, и продолжается Зелёный Уаз. 100 дней выживания при максимальной сложности без смертей. У нас 67-й день выживания, тут нет сохранялки, мы изучили это в ролике в прошлом. Я не сохранялся уже 5-й или 6-й ролик, я уже не знаю, я сбился со счету, я иду домой! Да-да-да, вон туда мы идем на восток, у меня очень сильно все упало. Мы сейчас покушаем и пойдем. Я надеюсь, по пути мы найдем хотя бы, знаешь, хотя бы что-то мы найдем. Я хочу пополнить хотя бы, ну, маленько, чуть-чуть. Грибочек! Каждую мелочь мне уже важна съесть. Тут есть аборигены, они прибегают по 4 штуки. Прошлый ролик. А полный весь пресс-лист есть в описании, так что смотри, смотри внимательно. А аборигены прибегают, ломать постройки, это очень печально, конечно же. Я бегу домой. Через джунгли, через опасности. Но я сперва, конечно же, покушаю. Я взял много перьев, максимально, что я взял. Можно выкинуть эту, знаешь, стрелу. А можно выкинуть эту стрелу. Но стрелу мне, по идее, пригодится. Так, можно как-то компактнее сделать эту дичь? Я не понимаю. Компактнее как-то можно это все? Вот так спустить ниже. Спускайся, спускайся. А, что-то не ставишься, не понимаю. О, вот ставится, нормально. Бери вкусняшки, устраивайся поудобнее. Наша охота продолжается. Так, пирожки можно так повернуть? Нет, не получается. Повернуть пирожки. Ладно, забирай эти стрелы. Две стрелы и все. Да ничего не изменилось. Можно сделать еще стрелы. Давай-ка покушаем быстренько. Сейчас у нас 8 утра, и я должен добежать до туда. Я не знаю, успею, не успею. Добыть. Сейчас мы покушаем. У меня все пусто. Нужно много жиров мне кушать. А эту пускай здесь валяется. А съесть. Это съесть. Руки чисты, все в порядке. Мясо. Вот это съесть. Жирное мясо. Да. Подняли много-много всего. Я хочу еще жиристого. Хочет? Да, хочу. Хочет. Все, побежали. Мне нужны бананы, кстати. Вот сейчас реально нужны бананы еще. Хотя бы бананчики было бы реально офигенно. Все, бежим. Бежим домой. Бежим на восток. Ищем бананчиков, воды пока нет. Воды вообще проблема, дождя нету. Нужно либо делать фильтр, либо кипятить воду. С водой реально проблемы. Но не беда. В жизни есть, когда нет воды, падает очень быстро все. Видишь, даже видно по показателям. Очень сильно все падает. Кого я встречу по пути, я не знаю. Кого мы встретим? Ну, парочку крабов я вижу. Думаю, реально, будем охотиться, выживать здесь. Ну, дело, понимаешь, я читаю твои комменты, и я понимаю, что полная дичь здесь выживать. Здесь я выживать не буду. А ветки выбрасываем, много лишнего мне не надо, понимаешь, это килограммы. Это энергии тратится. Певка появилась. Сейчас мы бежим домой. Все, дом. Дом, милый дом, жди меня, я иду к тебе. Найдем парочку бананов, будет офигенно. Либо нажраться нужно грибов.
Только нормальных грибов, адекватных грибочков. Нужно накушаться. Седьмой ролик я еще ни разу не сохранялся. Погибать здесь, сейчас я вообще не резон. Все дело перезаписывать я не буду. Ты понимаешь, насколько все дичь полнейшая. Насколько все опасно и посерьезно. А мы идем просто на восток и все. Я, знаешь, карту уже примерно знаю. Карту. То есть какие-то скалы я знаю, какие-то повороты, возможно, знаю. Ну, иногда, конечно, что там. Шишки есть. Шишки пригодятся. Я хочу пить. Где вода? На второй локации всегда много воды. Там много дождя всегда. Там много воды. Без проблем, там можно прокипятить. Там дом. Там у меня дом, там все есть. О, грибочки от яда. Свежие. Пригодятся. От паразитов тоже сойдет. Так, мы идем просто на восток. Через мост и идем домой. Так, это дело сразу съем. Руки пока чисто, можно скушать. Я хочу бананы есть, понимаешь? Мне нужны углеводицы. 4 банана в день это минимум. Давай, давай, наедайся, наедайся. Тебе надо много жизни. Потому что впереди, возможно, будут аборигены. Энергии много, если что, бежать можно куда-нибудь. Куда, знаешь, на скалу бежать и уже от скалы отстреливать. Вот здесь я знаю, бывает леопарды. Вот здесь скалы, я помню, леопард здесь был. Не пума, а именно леопард. Так, вон ту скалу я знаю. В скале и вдоль скалы. В принципе, знаешь, недалеко идти. Если знаешь, куда идти, недалеко идти. Если напрямик, конечно, еще идти. Эту скалу я знаю. Идем вдоль скалы и встречаемся в пещере. В той пещере я выживал. Я начинал с той пещеры именно выживать, кстати. Тут змеи бывают. Тут все бывают. Опасность здесь очень много. Так, наберем веревок на всякий случай. Мне кажется, я дойду, знаешь, с одного захода я дойду до дома без проблем. Так, что он хочет? Что он хочет у меня? Да, хочет еще бананы. Так, пока не видел, кстати. Я даже не смотрел бананчик, я просто смотрел, куда мне идти. А скала. Скала вижу. А возможно, это скала или не та скала. Возможно, ошибаюсь. А, кстати, я знаю местечко, где можно выживать без проблем. Без туземцев, без опасных хищников. Если хочешь, пиши прямо сейчас комментарий. Спикер, покажи это место, где находится... Ой, паук. Сдохни. Паук сдох. Я покажу то место. Это райское место, где много рыбины. Я повыживаю, наверное, там последние 10 дней. Там можно построить что-то. Из глины можно построить. Там ничего никто не сломает. Там реально можно выживать. Никто тебя там не тронет. Я тебе обещаю. Райское место. Очень красиво. Просто, знаешь, реклама какая-то пошла. Так, что у нас? А пчелы, да? А это пчелы. Гнездо я заберу. У меня как раз одного гнезда нету. А мед я тоже заберу. Мед мой. Где мед? Где мед? Мед забираем. Все, уходим. Так, идем вдоль скалы. И упираемся в пещеру, где я начинал выживать. Именно в этой попытке выживания. Удачно, мне кажется. Потому что опыт у меня достаточно уже. Я уже понимаю, сколько держит броник. Понимаю, что нужно менять его заранее. Я понимаю, что нужно есть, что не нужно есть. Тоже понимаю. Так, выходим сюда. Открытое пространство. Здесь райское место. Посмотри, какая красотень. Обалдеть. Не нравится. А тебе как нравится? Нравится джунгли Амазонии? На 67-й день выживания. Мне нравится. За 7 минут я дошел уже практически до пещеры. Осталось буквально минуток еще 7, и я дошел до дома. Вообще, никого не увидел. Понимаешь, я знаю все тропы безопасны. Я могу быть проводником. Я не встретил ни одной змеюки. Броненосец, заметил. Ни одной змеюки. Одного паука и все. И то он был передо мной. Так, пойдем в ту пещеру, где упал самолет. Здесь бывает, правда, пума. Но ее нету сейчас. Так, тут бывают бананчики. Я хочу найти бананчиков. Но возле бананов бывают пауки. Нужно быть очень внимательным. Очень быть осторожным. Так, это дело мы забрали, бананчики. Сейчас мы покушаем бананов. О, вода. Вода, да. Да, здесь я выживал.
Броник менял здесь. Где у броник? Так, хочу, наверное, пить. А, хочу есть. Так, это мы скушаем, это я съем сразу же. Что еще хочешь? Ой, все, здорово. Маленько воду я поднял. Здесь какое-то солнышко. Смотри, какая... какое райское место. А, гусеница есть. О, то, что надо. А, погоди. А можно добыть здесь железную руду? У меня камней нет, чтобы добыть. Она нужна мне, по идее. Я буду работать кузнецом. Ой, сколько здесь банок, ты посмотри. Я заберу все банки. Их можно переплавлять, по идее. Так, перышки. Перышки к черту. А, нет, погоди, это выкинуть. А, все, не хватает. О, камни. Мне нужно, по идее, еще один камушек. Так, выкидываем эту стрю. Она слишком много мест занимает. Банки я забираю. Мне нужен всего лишь один камушек и сделать кирку. Один камень, палка есть. Сейчас найдем камушек один. Надеюсь, без проблем я его найду быстренько. Так, камни были сверху, я помню. Камень, всего лишь один камень. У меня есть один камушек, мне нужно еще один камень сделать кирочку. И добыть железную руду. Ну-ка, поднимемся чуть выше. Ну, где камни? Так, палки, палки. Тут змей бывает, кстати. Так, прутики мы забрали. Где тут камни? Черт возьми, я не вижу камней. Я не вижу ни одного камня. Я хочу добыть железную руду и пойти домой уже. Сколько времени сегодня? Да, осталось 4 часа. 4 часа и стемнеет. Трачу времени. Реально трачу много времени на поиски одного камня. Мне надо сделать кирку. Я все обошел. Не нашел ни одного камня. Ты издеваешься. Когда нужны, что там? Нужно что-то, этого нету. А есть в пещере? По идее, в пещере должны быть камни. Один камушек. Я не вижу нифига. Слушай, а можно быть просто топориком? Попробуем топориком. Мне кажется, это не получится. А у нее, погоди, получается? Нет? О, получилось. Добыл. Добыл. Два кусочка, как положено. Все. Искал камень, все. Уходим отсюда быстренько. Так, забираем зову. Они не забираются. Ладно, к черту. Все, погнали. Погнали мы отсюда. Погнали наверх. Нужно еще подняться наверх, дойти еще до мостика. Певка появилась. Через мостик пройти, и там я уже практически дома. Там с крокодилами в обнимочку будем дальше тусить. А буду кузнецом, кстати. Да, буду кузнецом. Буду работать в кузнечном деле. Там кокос валяется, нет? А, какой кокос? Здесь у нас пальмы нет. Это у нас броненосец. Так, поднимаемся на горку на эту. Обойти надо будет эту гору. Тут бывают змеи. Нужно быть внимательным. Очень внимательным. Бревна, которые я здесь рубил, я помню. Ой, вон змеюку, видишь? Я отпрыгиваю. Я умею отпрыгивать. Пока никого не увидел. Нет туземцев. А шишки есть? Здорово. Здорово. Что у меня по еде? Что я хочу съесть? Да, в принципе, все офигенно. Ну, кусок мяса хочу, и все. Да шо, вообще без проблем. Все тропы я уже знаю. В этой игре за 100 дней выживания я изучил практически много троп изучил. Много что знаю. Но не все. Ты понимаешь, еще не все знаю. Мне еще выживать здесь 30 дней. 30 с копейками. Денечков. Бананчиков заберем с собой, потом мы скушаем. Пока есть солнышко, нужно двигаться. Не именно не бежать, а именно просто двигаться. Бежать здесь не надо. О, это я хочу забрать с собой. Молодая пальма. Много... много вкуснятины в ней есть. Так, где она? Вот она. Сердцевина пальмы. Ой, муравьи. Вижу муравьев. Я все тропы знаю в этой игре. Так что без проблем я могу дойти. Куда угодно, за сколько времени угодно. А, идем 13 минут. Пока все без проблем. Идем. Я хочу, наверное, все-таки скушать что-то. Давай кусок мяса. И давай-ка жирный кусок мяса. Копченое. Вот это сойдет. О, подняли сразу себе энергию, настроение. Так, хочу бананы, кстати.
Хочу бананы. О, вода, вода есть. Здесь есть вода. Я, наверное, съем вот это. Тут водичка есть. И маленько подняли в воду. Видишь, как обалденно. Все, двигаемся дальше. О, перья. Заберу. Если смогу, конечно. А, я не смогу. К сожалению, конечно. Да, не хватает. Перевеску выкидывать я не буду. А стрел тоже выкидывать я не буду. А хотя можно выкинуть две стрелы, поменять и забрать больше перьев. Могу забрать сделать? А, так не получается. Хорошо, забирай перья. Ой, то есть забирай стрелы. И погнали. Так, ну что, вот и мост, кстати. Ни аборигенов. Ой, то есть нету земцев. Нету земцев, ни пум, никого я не видел. Абсолютно. Так, змей, змей бывает здесь. Здесь бывает много змей. Опасно. Нет, все нормально, все офигенно. Туземный лук, кстати. А, туземный, я его заберу с собой. Зачем мне нужен этот бамбуковый? Во, заберем с собой его. Так, ну что, ножик есть, хороший валяется. У меня, в принципе, ножик есть, все офигенно. 76, больше забрать ничего я не смогу. А, ну идем туда, идем домой. Через мост возвращаемся домой. Буквально с 8 утра проснулся, я дошел без проблем до своего домика. Как видишь, по прямой, никуда не сворачивая, никакие приключения не искал, ничего не нашел. Ну, пытался найти, но так и не нашел. Но не беда, главное дойти, понимаешь, главное прожить. Добыл железную руду, взял много банок, кстати. Какой день выживания? 67-й день выживания, добыл много банок и могу все дело переплавить и, конечно, буду работать кузнецом. Ну все, сейчас найдем. О, тушканчик, здорово. Как поживаешь? Много перьев. Пускай валяется, потом подберем, может быть. Так, спускаемся вниз. Здесь вообще найти не проблема будет. А, слушай, я шел на север. Как мне помнится, шел на север, теперь нужно идти на юг. Ой, заблудился. Так, спускаемся вниз, находим речку, идем вдоль речки, и речка впадает в озеро. Вот и все. Элементарно и просто. На вопрос, где находится эта речка, потому что уже стемнело, энергия падает, жизнь не падает, и мне становится страшно. Где река? Куда я иду, я не понимаю, я заблудился, в двух соснах. Что за камень? О, ниже, ниже надо спускаться, нужно спускаться гораздо ниже, там точно есть вода. Вода! Вода, наконец-то. Ой, сколько здесь... Ой, это не вода, это что такое? Это что за погребение? Я куда пришел? Погоди, погоди, заблудился. Я реально заблудился? Это что за погребение? Пойдем вон. Пойдем на юг. Пойдем реально на юг. Иди отсюда. Уже темнеет. Понимаешь, уже напрягаюсь. Нужно двигаться быстрее. Тут нет змей. Тут есть пауки только и все. Тут змей нет. Нужно двигаться быстрее. Конечно, бывает крокодила. О, кокос. У меня руки грязные, правда. Выпей. Бывает нормально, проканает, бывает. К черту пауки. Нужно бежать. Нужно бежать реально. Будет туземцы, 5 штук. Реально, реально меня просто изобьют. У меня много всего, просто понимаешь, мне тяжело бежать. У меня много всего. А вот, о, кажется, я что-то нашел. Что я нашел, интересно? Что это такое? Где река? Это река, что ли? Это речка. Речка, речка. А мне кажется, без разницы, куда идти. Можно в ту сторону, либо в ту сторону. Я приду к своему озеру. Идем, идем домой. Мы идем домой. Мы взяли много перьев. Мы взяли руды. Мы взяли банки. И я бегу домой. Дом, дом, дом. Мой дом, надеюсь, целый, кстати. Так, где находится, как раз по правую сторону. Поднимаемся наверх. И там бамбуковая заросль. Ну что, я дома. Попутешествовали, конечно, здорово. Прошло 17 минут, и я пришел домой. Возьмем пару фруктиков. Свежих. Я вернулся домой. Аборигены, вы где? Туземцев нету. Бамбука много валяется. А наш остров, кстати, он не прорисовывается. Мой домик, смотри, издалека. А куда делся мой дом? Так, здесь мяса у нас нету. Поднимем ловушку. Кто здесь? Никого не вижу. Так, побежали домой. Во, дом прорисовался, нормально. Дом на месте.
Дам на месте, все нормально, обалдеть, реально. 67-й день выживания. Я сходил по путешествию, я вернулся сюда, все на месте. Смотри, косточки, все на месте. Мой срач на месте, ты понимаешь? Мой срач конкретно на месте. Соскучился по всему. Так, кидаем сюда дровишки. Разгружаем полностью себя. Так, здесь мы накидаем, погоди. А крокодил, нужно, по идее, сохраниться. А здесь накидаем банок, склянок. Банки сюда, банки. Железную руду тоже сюда накидать. Кучкой все. Все, не хватает места. Ладно, пока тут побудешь. Крокодил, я вернулся. Крокодил, ты соскучился по мне? Так, ну что, дом мне, конечно, как говорится, пустой. Воды нету, обалдеть. Вот это новость. О, ящерица бегает еще, смотри. Реально топово. Ящерица бегает. А костер потух, это понятно дело. Убегали далеко. Убегали надолго. Но воду можно, в принципе, поднять без проблем. А, просто набрать грязной воды. Ящерица бегает. Я убегал даже в другую локацию. А ящерица до сих пор бегает. Так, набираем воды. Выливаем туда, пускай нацедится. Потому что дождя у нас нет, у нас засуха. Я понимаю так. И будем дальше выживать. Нужно помыться, нужно поесть. О, понимаю, все, дело пошло. А, пойдем-ка помоемся в душе, как цивилизованно. Сделаем костер. Так, все, помылись. Сейчас сделаем костерчик, чтобы дом было уютно. Светло дом было. А то когда слишком темно. Так, забираем здесь зову. Уголечки тоже заберем. Так, костерчик. А веток вообще у меня нету, что ли? Веток нету. Кстати, мед. Сколько у меня хранится мед? Кстати, он не портится, что ли? Он реально, походу, не портится. Так, куда можно накидать мед? О, пусто, кстати. Мед сюда набросаем. А выбросим, наверное, и банан выбросим. Пока есть мы не будем. Потом, если что, мы скушаем. Чтоб себя разгрузить маленько. Покоптили маленько мясо. Принесли сюда копченое мясо. Так, мне нужны ветки. У меня, в принципе, есть на улице бревна. Можно их, по идее, разобрать. Здесь наше мясо приготовилось, да? Сушеное, копченое. Ууу, мясо, наверное. Ой, мясо все испортилось, обалдеть. Я ушел реально долго. Ушел надолго, мясо все испортилось. Здесь, наверное, мясо тоже сушеное, испорченное. Так, я хочу воды, кстати. Я хочу сразу воды напиться. Дай мне напиться воды вдоволь. О, да, напился. Все, офигенно. Все обалденно. Я живой. Я живой. Обалденно. Так, сколько времени сейчас? А, время 6 вечера. Чем будем заниматься? Сейчас маленько наведем мурафет здесь. Так, нужно печку. Нужно печку разжигать. Нужно делать костер сейчас. Берем все максимум досок. То есть бревна. Разделываем, добываем. Доски кидаем в печку. Добываем максимум. Погоди. Сначала накидаем, потом добудем еще. Пускай печка пыхтится. Работает печка эта. Так, еще раз добыть. Сейчас темнело, я не вижу крокодила. Выползет, сожрет меня только так. Я еще ни разу не сохранялся, понимаешь? Так, доски. Доски мне, по идее, больше не нужны. Так, все. Поднимается луна, все видно хорошо. Так, еще одну доску. Сюда же. Так, все, готово, печечка. Можно разжигать ее. Ну, сделаю сперва, наверное, костер. Так, добыть мелкие палочки. Нужно мне 7 мелких добыть и 7 средних палочек. Так, 7 есть, 4. Еще нужно добыть. Так, 6 еще нужно добыть. А вот есть. Так, все, побежали делать костерчик дома. Печку поджигаем. Коптильню тоже поджигаем. Делать нужно коптильню тоже. О, не хватает. 8 надо было.
Ах ты черт, не было 8, оказывается. Но не проблема. Возьмем, наверное, за домиком. За домиком много этих палок. Короткая палка. О, палочку нашел. Так, все готово. А у меня был дома факел еще стоять. Я его выбрасывал где-то дома, а вот он валяется. А, наверное, заберем его. Будем поджигать. Топорик выброшу пока что. Где дожди? Я не понимаю. Где реально дожди? Так, готов. Дождей нет, засуха. Проблемы с водой уже. Давай, давай, я верю в тебя. Yes. 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 Бросай туда в костерчик. Так, костер есть, офигенно. Все, есть свет у нас. Есть жизнь, как говорится. А жизнь есть. А что мне нужно сделать? Мне нужно покушать. Есть костер, нужно печку разжечь еще. Хочу бананы. Хочу маленько попить воды еще. Пойдем-ка разжигать ту печечку, пока нет дождя у нас. О, можно бегать по джунглям с факелом. Представляешь, сколько будет у нас абориген бегать за нами? Очень много будет бегать. Кстати, слишком рано я, наверное, поджигаю. Нужно сделать одну глиняную. Кирпичик и закрыть печечку нашу. Вот. Теперь поджигаем. Готово, печка пыхтится. Все офигенно. А зову здесь мы выбрасываем. Здесь уже места не хватает, чтобы накидать мне сюда еще банки. Банок. Крокодил, ты где? Как мои, кстати, бананчики поживают? Бананы респанулись. О, бананы есть. Пиявка появилась. Крокодила я не вижу, он реально не вылазит. Так, я не ел креветок. 100 лет я не ел, она испорчена уже. Испорченные креветки. Они, по идее, мало чего приносят. И толку, конечно, от них нет никакого. Так, что у меня есть тут еще интересного? А у меня закончились бревна. Одно бревно осталось. Да, печально. Мне надо будет много бревен. Так, окейшки, забираем наш топорик. Топорик мне гораздо важнее. Так, пиявку мы уберем. Я наелся, я напился, надо делать стрелы. Утром пойдем уже за бревнами, пойдем охотиться на туземцев. Хочу воды еще. Хочу воды. О, это понимаю. Хочу бананы. Кстати, у нас есть бананы, которые уже скоро испортятся. Это дело съесть. У нас целый день 16 часов. И тоже 16 часов. О, 10 часов. Съесть. А мед не портится. Мед пускай лежит. Пригодится на всякий случай. Так, ну что, мне нужны палочки. Мне нужно много мелких палок и сделать стрелы. Можно брать воды. Пускай она, наверное, цедится. Цедится водичка наша. Водичку сюда, можно накинуть, наверное, 3 фляги и будет полная. А давайте накидаем 3 фляги. Я уже хочу в следующей серии поработать кузнецом, посмотреть, что это такое, как это дело делается, что можно интересного там сделать. То есть у меня есть еще 33 дня осталось. У меня есть еще время поработать кузнецом. Сделать стрелы, здесь как, сделать какие-то топорики. Кстати, я еще не делал топорик, знаете, друзья, какой? Я еще не делал топорик, а с 3 зубьями. Писали на стримчике, сделай такой топорик. Я как-то еще не брался, но мне нужно много камней, а сделать 3 ножика каменных, а потом сделать уже... Так, скользь. А потом сделать из этих 3 пить. Пить не хочу, в принципе. У меня реально много перьев. Нужно что-то сделать с перьями. А вот здесь нужно, по идее, все дело скосить, знаешь, чтобы видно было крокодила, потому что здесь он выползает. И довольно здесь опасно бывает. Черепашка, здравствуй. Какая ты упертая здесь. Ходишь, ходишь, туда-сюда. Так, вода чистая. Напей вас и воды. Так, куда мы идем? Я пошел, наверное, за палками. А сбегаю за палочками. Но сперва я уберу пиявок. Мелкие палочки нахватаю, 10 штук, и вернусь. Что потом сделать стрелы себе? Я не вижу пиявок. Я проглядел, походу. Где-то одна пиявка засела.
А, вон пиво. Так, камни, камни, кстати. Добыть камушки. Можно сделать топорик с тремя зубьями. Так, тут ловушка еще рабочая. Все нормально. Так, палки. Где палочка? Короткие, средние палки добываем все и сразу. По 10 штук наберем и идем домой. Видишь, даже и ночью мне не страшно идти сюда. Так, эти грибочки я заберу. Есть мы не будем. Ручонки наши грязные. Нужно ручки мыть перед едой. Всегда. О, бревна. Обалдеть. Два бревна. Это реально круто. Я их потом заберу. Я вот думаю, ночью туземцев не бывает много. То есть, наверное, даже и дикие кошки, они спят. Попугайчик, здравствуй. Чё ты сдох, ты не берешься? У меня слишком много перьев здесь. Я даже не выкинул перья. Ладно, пускай валяется. Так, где палки? Я пришел по идее за палками, я не вижу палок. Вторая палочка. Это и все, что ли? Слушай, темно, я не вижу, куда идти именно. Я ориентируюсь только по грибочкам. Так, пойдем хорошо порубим что-нибудь. Пойдем порубим тонкое дерево. Даже не вижу, чего здесь можно порубить. Длинные палки. А вот здесь палочки. Это можно добыть. О, 7 палок есть уже. Так, все, погнали обратно. Берем бревна и погнали домой. У меня слишком мало энергии. Мало энергии. Нужно бежать, бежать, бежать. С кем-то сражаться я не смогу. По грибочкам я ориентируюсь. Так, два бревна принесем домой. Нормально? Килограмм. Ух, тяжело идет. Довольно тяжело идет, но дойдет. Никто не денется. И пойдем-ка сейчас спать. Да, сейчас пойдем спать и уже утром начнем работать кузнецом, друзья. Осталось мне прожить 33 дня. Надеюсь, эти деньки будут насыщены, интересны. Найдем чем заняться. Путешествовать здесь, конечно, мало где можно. Можно пройти, наверное, буквально за одну серию. Всю карту буквально, всю карту. Взять много мяса, взять много воды, сделать фляжки для воды, а из кокосиков. И пройти из... обе локации быстренько пробежать. Так, что у нас? А, бревна, бревна тащим через дом, тащим на стоечку. Идем-ка спать. Накидаем в костерчик уголечков и идем спать. 12 часов уже ночи. Делать что-то вне этого острова, строить, конечно, ну не стоит, потому что постройки реально ломаются. Очень быстро подбежали, сломали. Кидаем пару уголечков, идем-ка спать, друзья. И, наверное, сохраниться надо. Да-да, нужно сохраниться уже первый раз за 7 серий. Так, все готово, побежали. Утром будем делать стрелы, побежим за бревнами и все остальное, друзья. А спасибо, что смотрели до сюда. Мы уже с вами увидимся в новых сериях. Подписывайся, ставь колокольчик и до новых серий. Всем спасибо и всем пока.